Итак, в этом ролике мы с вами поговорим о том, что же такое идеальная сделка и как найти точку входа на графике, если вы как бы вообще не знаете ничего, да? Вот смотрите, приведу пример. Сейчас я сижу в сделке, которую я торгую с прошлой недели, с пятницы, да? Чтобы в нее войти, мне нужны были определенные предпосылки, после которых я открываю сделку. Но чтобы научиться выявлять точки входа, да, вам необходимо пройти базовую базу, да, теорию, и потом уже на практике это все делать. Смотрите, простой пример. Пара фунт иена, она дает при переносе позиции на ночь своп положительный, да, то есть при переносе у нас комиссия в плюс идет, то есть нам платят, а если на других парах комиссия идет в минус, мы как бы платим комиссию за перенос позиции, но не суть. Смотрите, вот дневной график. У нас тренд растущий. У нас тренд растущий уже с 2018 года, но мы видим какие-то коррекции, да? Я торгую пробой уровня и поджатие. Ближний ретест. Смотрите, вот у нас был рост. Мы сделали такую остановку, да? Подтвердили этот уровень. Опять от него отскочили. Опять к нему пришли. Чем больше у нас касаний возле уровня, тем сильнее уровень, который мы с вами, соответственно, прочертили. Вот у нас первое касание, второе касание, третье касание, отскок. Видите, мы после отскока не пошли вниз, мы вернулись обратно и начали мелкими барами подходить к уровню. Если мы подходим к уровню мелкими барами, значит, вероятнее всего будет пробой. И этот паттерн я постоянно торгую и на нем делаю прибыль. Вот сейчас у меня на данный момент прибыль 3200 рублей. Пока мы с вами записываем этот ролик. Вот. Далее, что мы смотрим? Мы смотрим уровни. Вот у меня был уровень, он с дневного графика. Да, вот здесь вот он. Переходим на часовой. Это уровень 185-253. Видите, что у нас было? У нас было после вот этого вот накопления, мы вышли вверх. Дальше на всех вот этих коррекциях покупатель накапливал позицию, накапливал энергию. И выходил все выше и выше. Мы дошли до уровня 186-400. Здесь мы три раза в него ударились и не смогли пойти ниже. Точнее, не смогли пойти выше. И он ушел в пятницу на коррекцию. То есть это не просто коррекция, это не разворот рынка. Это была точка излома тренда. Мы ставим этот уровень. Далее, вот у нас проторговка, которая перераспределила капитал. И мы скорректировались до следующего объема, то есть мы ходим от объема к объему, мы перераспределились до следующего уровня. Вот он, 184-673. Теперь смотрите, что у нас есть. Вот у нас есть уровень, который образовался вот этим баром, да, первая остановка после этого роста. Мы проторговались, пробили ее, вернулись, пробили обратно, начали первое касание, второе касание, третье, то есть уровень тут есть, и он действительно там есть. Третий, четвертый, пятый, видите? Сегодня мы уже пытались пробить, сделали ложный пробой, но не пошли ниже. Это значит что? Что можно входить в сделку с коротким стопом за уровень и, соответственно, видите, что мы сделали? Мы сделали обратный ложный пробой, поджатие, шикарная, идеальная сделка по правилам, и мы можем взять запас входа до следующего уровня. То есть я планирую взять здесь 100 долларов, за эту сделку, да? В целом с таким объемом вообще шикарно. Вот. И мы увидели, что мы увидели импульс. Видите, пробой, импульс. И сейчас я сижу в сделке. Как раз по тренду все совпадает, все по нашим правилам. Если вы хотите также научиться торговать и извлекать прибыль с рынка, то есть на эту сделку мне потребовалось вот, ну, буквально полчаса, да, чтобы была вот такая прибыль. То есть если вы хотите также делать за полчаса, то записывайтесь на наставничество. На наставничестве я рассказываю, как выявлять, как эти зоны находить. Всю базу, всю теорию я даю. Занимаюсь каждым индивидуально. То есть, если вы готовы научиться этой профессии и правильно совмещать, но лучше, конечно, освоить ее уверенно и уже извлекать прибыль, то ссылка будет в описании. Как раз для вас будут условия, которые помогут вам зарабатывать на рынке. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте ролику лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих роликах.